Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейден и добро пожаловать в Ведьму из Блэр. Сегодня, ребят, мы продолжим проходить этот хоррор. Замечательный, мне он очень понравился, кстати. И на чем мы с вами остановились, пёсе? Пёсе нужно погладить, вот на чем мы остановились. Ну-ка, иди сюда, Барри. Хороший мальчик. Ля какой. Нормально. Ну, у меня осталась одна печенька, я ее буду хоронить еще. Надеюсь, финал сейчас не случится. Так, здесь есть какой-то кемп А и Саурмир. Где Саурмир? У нас какие-то шарики бегают и... Лучше сначала ходим в какой-то кемп. Что? Барри? И за мной? За мной! Что такое, мальчик? Сюда! Или мне в ту сторону нужно? Эй, Барри? Все в порядке? Все нормально? Так, искать! Погнали! Ты найдешь мне что-нибудь? Только не туда! Нет, 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 не туда, в эту сторону! Или что? Что-нибудь есть? Непонятно, иногда пёсик ходит, я ему говорю по этому пути. А он как-то немного не понимает, то туда, то сюда. Не, но хоррор годный, он именно не скримерами этими пугает, а своей атмосферой. Такие хорроры, они всегда были круче остальных. Так, я могу, кстати, позвонить своей жене, девушке. Привет, Джесс. И тебе привет, в чем дело? Да так просто, беспокоюсь за тебя. Как дела? Красивый подкат, ты называешь Джон Джуэль? Ага, побегай сама ночью по лесу, я тебя послушаю. Тут, между прочим, не самая романтичная обстановка. Да, кстати, как твои успехи? Я в этом лесу творится какая-то дрянь. Если ты пытаешься меня напугать, у тебя получается. Прости, не могу сейчас объяснить, даже не знаю, с чего начать просто. СМС-ка. Эй, прекрати, скажи, что ты хочешь, когда вернешься, ясно? А, да, ты права. Элис, я не знаю, что ты вляпался, но... Просто... Уйти. Никто не станет тебя винить. Я не могу. Не сейчас. Прости. Мне пора. Позже позвоню. Почему он не может уйти? Только не забудь. Он же может просто уйти в натуре, а? Да что ты гавкаешь? Аф-аф. Ав-аф. СМС-ка пришла, кстати. Посмотри СМС-ку. Сообщение. У вас одно голосовое сообщение. Как мне прослушать? Я не умею. Да, пёся! Я иду за тобой, пёся. Так. О, только не эти мосты. Эти жуткие мосты. И теперь еще, кроме как Outlast, кроме как DBT, кроме как еще какой-то игры, это мне напоминает фильм «Зловещие мертвецы». Там был точно такой же мост, который впоследствии сломали. Зловещая сущность ее сломала, и Эш не смог вернуться к людям. Сейчас меня ожидает такой же мост. Так. На всякий случай возьму камеру, и у нас... Получается настоящий Outlast. Пёси что-то чует. Пёси, я с тобой бегу. Как можно шустрее. Так, там светящаяся вагонетка. Ага, камера ночного видения прям вообще до жути непонятная и страшная. Но придет момент, когда нам... Что ты нашел? Он просто прилег. Прилег зачилить. Ты зачем прилег? Что?
Зачем ты? Вот что? Вот что такое пёсель? Искать. Искать пёсель. Нюх, нюх, нюх. Давай, ищи. Совсем ничего нет. Ну ладно. Пойдем подойдем. Сохранёнка прошла. Сейчас что-то будет? Почему сохранёнка? Жуткая вагонетка. Окей, ничего страшного. Чё? Лаешь? Я забрался на вагонетку. Мы чё, сейчас поедем? Серьезно? О, и пёсель забрался. А это хорошо. Пёсель? А как мне пользоваться? Можно инструкцию? Немного. Так. Ну, крутишь что-то там и все что. Что? Это вот так, допустим. Ой. А, ву! Тут еще какая-то херня есть, вот рычаг. Смотри, через камеру видно рычаг, а так очень темно. Жесть. А как мне в этой темноте ориентироваться? Ведь ничего вообще не видно, только камера. Жесть. А фонарик нельзя использовать. Я опять почитал ваши комментарии, что дальше не использую фонарик вообще. Не собирай тотемы. Там не еще что-то. Только фотки можно собирать и все, да? И песика гладить. Ладно, буду идти по вашим инструкциям. Надеюсь, что не проиграю. Что там было? Камера вообще недальновидная. От слова вообще. Но я еду со скоростью света просто. Пёсель, ты где? Ты жив? Все в порядке. А назад смотреть, назад ехать задом страшно. Будто бы мы уходим от чего-то святого к чему-то темному. Да. Стрёмный. Ну, ладно. Кэмп А. Дальше кэмп Б. Стоп. Это мы сейчас куда поехали? Тут дерево лежит. А куда бы мы доехали, если бы... Мы выходим. Кто-то... Тут лесопилка. Так. Древнее место, 60-х годов. У нас здесь бри... О, моя тень! Ля какой. Это я, кстати. А дальше тьма тьмущая, прям боюсь. Надеюсь, мне туда не придется идти. Так, ну пойдем глянем лесопилочку. Что имеем? Что это? Ребятка, ну да. Должен быть способ, а... Что-то дернуть надо или что? Пойдем в дом. А, кстати, песик, ты не можешь помочь мне? Давай. Что-нибудь сможешь мне найти здесь? Что-нибудь ценное, возможно, полезное? Что нашел? Ну ничего. Опа. А я жетончик нашел сам. Неплохо, да? А ты? Ничего. Смотри, я опять что-то нашел. Фотку же можно собирать? Что? Аркадиус написано. Что, гав? Что? О, красава. Пленочка. Улика называется пленка. Да. А нет, погоди, это... Ага. Погребение, вот, это мы не... Нет, смотрели. Механизм, во. Так, нас тут, видимо, сейчас будут обучать. Лесоруб. Ну что, приступим? Тут все просто. Сначала нужно зажечь ее вот так. Еба. Двигатель начинает тянуть, смотри за давлением. И стрелку нужно удерживать в зеленой зоне с помощью этого крана. Когда закончишь, погаси огонь и перекрой трубы.
Ясно. Так, закрытые двери. Нам, видимо, тоже нужно ее будет открывать. Секунду. Пауза. Да! Я думаю, что скрипнуло-то? Господи, как крипово, прям тупо. Вот лас напомнила. Так, это можно прочесть, ведь это... Это просто тьма. Это просто ничего. И еще одно ничего. Что за херня? Ладно. Гараж выглядит многообещающе. Там могли бы остаться запчасти. В смысле, ты предлагаешь туда идти, что ли, пешкодропом во тьме без фонарика? Да вы издеваетесь. Да вы шутите надо мной. А где гараж? Там, что ли, где-то? Нет. Вот бочка из Скайриба. Можно я в нее запихнусь? Баря. Ну что? Ты все понял, нет? Так, ну, дверцу я открыл. Инструкцию вроде как. Вентиля нет. Надо найти способ перекрыть клапан. Окей, ладно, я понял тебя. А здесь я же могу огонь оставить включенным с помощью видео. Перемотаем посильнее. Так, дверцу я открывал. Она нам не нужна. Вот. Огонь. Огонь должен быть включен. То есть. Где это? Еще раз. Секунду. Огонь. Чтобы был огонь. Вот. Ты же зажгешься? Смотри, ребят, заработало. Просто крипово даже смотреть это. Пёси? Пёсели, кстати, нужно гладить. Ну-ка, иди сюда. Какой ты красавец. Ну да, кстати, пёсик красивый. Так. Тут что-то заработало, мне нужно найти вентили только. Давление, вентиль еще. Ну, ё-моё, а пусть, кстати, будет дверь открыта. Ну, чтобы просто было. Так, это не то. Это все не то. Механизм. Надо, чтобы еще и дверца была открыта. Давай, открывай дверь. Пусть будет, а? Ну, чтобы было все по плану. Вот он ее и приоткрыл. И здесь он показывает на что? Да вообще ни на что. На этом видео заканчивается, кстати. Он просто дальше показывает лесопилку и все. Вон в той стороне где-то. Ну, жесть, конечно. Нам придется, ребят, туда идти. Пёсель, ты готов? Давай просто посмирее, нахрен, блин, you know, пойдем и все. Не, пешком туда я не пойду. Мне надо... Вот, кемп Би. Идти. Я правильно понимаю? Смотрите, какая там тьма. Слишком тяжело, чтобы оттолкнуть. Ну все, прощаемся со светом. Ну, в принципе, так я могу смотреть, конечно, но это будет очень дико. Это будет вообще просто нереально. А я могу тут сохраниться? Сохранить игру. Пустые ячейки, но пусть будет вот здесь где-нибудь. Перезаписать? Да. Меню сохранения. Так, перезаписал 8-8. Перекресток записался, хорошо. Но чтобы я помнил, запомнить нужно. Смотрите, какая тьма. Просто. Что это было? Так, пес со мной, иди, пожалуйста. С камеры я бегать не могу. Поэтому мне придется идти вот так вот. Жесть! Вам стрёмно? Не лай, пожалуйста. Мне страшно и так. Спокойно, Барри. Там что-то светится.
Главное не включать свет, как мне писали в комментах, иначе просрём. Нам нужен свет. А почему он говорит, нам нужен свет, а вы пишете, что свет не включай? Я вас не понимаю. Ладно, я лучше буду слушаться вас. Свет не нужен, так не нужен. Вот ген. Но включать его нельзя. Так, здесь какой-то щит. Ну пойдем, зайдем в щит. Там, видишь, фонарь. Ой-ой-ой, дорогу запутал. Главное, вообще, короче, главное кнопку правую не отпускать, чтобы у меня постоянно горел фонарь. А то есть камера. Ну вот на камере вот эта штука, она разве не светит? Ой. Ой, что-то... где-то плохо все. Песель валяется просто так. Ой-ой-ой. Ой, мне плохо. Где он? Где этот аналог Слендермена? Я не вижу, но мне плохо. Вот он. Я его нашел. Ля какой. Ну там тьма тьмущая. Приблизить нельзя. Но, надеюсь, вы его увидели. Главное мне не исходить с пути. А пёселю по барабану, он ест бананы. Иду просто прямо. Так тут никого, он прям сзади. Жесть. Что это? Я ничего не вижу, я просто иду вперед, никуда не смотрю. Никуда не смотреть, только вперед. Только вперед. Только идти вперед и все. Никого не тревожу. Иду вперед. Ля, это жесть как крипово, ребят. Они еще рычат. Это то чувство, когда деревья рычат. То есть, это рычат именно деревья. Крипово. Тут записочка. Прочесть. Древообрабатывающая компания. Возможно, кстати, эти деревья были бывшие лесопилцы. Те, кто вот так вот как слендермены висят. Больше вроде нигде не тыкается, пёсель. Чё-то чует якобы. Вряд ли мы тут пройдем. Так я понял, куда нам двигаться. Нам надо обойти дом. Ну, Барри, давай попробуем обойти его. Так, что-то... что-то тыкательное вроде здесь. Ля, какой... Ля, чёрт, леший. Ну, я к нему не буду подходить, мне просто дом надо обойти. Вы же дадите мне дом обойти, это же должно быть как-то. Так. Что это? Ну и крипово. Тут что-то можно забрать. Что это? Если это статуэтка, я... Это, кажется, жетон. Так, Оливер. Ой-ой, камера. Так. Ребят, это очень дико крипово. Тут что-то есть. Фотка. Твою мать, я испугался. Кто? Серго. Ладно. Дальше идем. Так, я вроде как обхожу дом. Ли, он вообще близко. Главное не смотреть на него и все. Я просто обойду дом. Дайте мне обойти его. И дело с концом. Так, отлично. Так. Что-то там взять. Гав, возьми. Неси мне эту штуку. Смотрите, как все близко оказывается. А на камере далеко. О, да, спасибо, пёсель. Откуда мне пройти? С этого места крипово, я лучше пойду обратным путем. Пёся? Ты где? Ух ты. Ты меня испугался. Я взял эту хрень. Ну чё ты смотришь? Просто забирай ее и камеру быстрее. Пёсель, не шевелись. Так как пришли, так и уйдем. Спокойно. И главное, внутреннее спокойствие и гармония.
И тогда они меня не тронут. И главное, на них не светить. Ря, вот если бы я светил, я даже не знаю, что бы я делал. Я бы перетрухал здесь как... Ну, не знаю. Тупо стелс, короче. Так, а как мне вернуться обратно, чтобы понять? Ведь... Просто ни хрена не вижу. Так, вот дом. Давайте ориентироваться строго по дому. Вот отсюда и прямо. Он смотрит прямо, поэтому я просто пойду прямо. Я пришел прямо, я иду прямо. Деревья не трогаю. Ля, черт. Просто иду вот по этой дорожке. Даже тропиночки нет. Просто ни хрена нет. Это даже страшнее, чем Outlast. Пёся, надеюсь, ты меня ведешь. Еб твою! Что это было? Твою ж налево! Как? Как я спугнул? Что это было? Пёси? Твою ж мать, пёси! Что это было? Что это было? Я же никого даже не тронул! В чем смысл, ребят? Кто писал мне о том, что типа фонарь убери? Я даже не брал фонарик в руки! Клапан? А где я найду тебе клапан? Вы шутите? Ко мне? Гладить? Твою мать, но мне надо успокоиться. Я должен теперь туда пойти? Когда я их встревожил уже? Серьезно? Так, а почему у меня персонаж? Смотри, как у меня персонаж двигается. Ты это видишь? Он какой-то странный стал. Что происходит? Убери. Ребят. Что? Что? Так, игра. Так, я не понял. Высадка где? Глава 4. Высадка. Давай тогда сохранимся на пустую ячейку. Ремонт, вот. Все. Возобновить. Игра, пожалуйста. Игра, ну пожалуйста, ну игра. Ну пожалуйста, ну игра. Что ты делаешь со мной, игра? Кружите меня. Дальше не буду говорить. Ну еб твою мать, поломалась. Ясно? Но это банк станет.